Летний фестиваль франшиз – это мероприятие, призванное не только расширить кругозор предпринимателей, но и отличный повод задуматься о том, чтобы открыть свой небольшой, но доходный бизнес. В этом году форум собрал около 50 участников. Фестиваль стал платформой для обмена практическим опытом. Перед участниками выступили руководители ведущих белорусских предприятий и организаций, которые поделились секретами успеха и ответили на возникшие в процессе диалога вопросы. Мероприятие максимально практическое. То есть в рамках этого мероприятия мы постараемся предоставить максимум информации о том, какие есть инструменты сегодня для тех, кто выбирает для себя франчайзинг, для организации или развития своего бизнеса, какие есть возможности, каких партнеров можно уже сейчас находить и как действительно комплексно вопросы на этом рынке могут решаться. Франчайзинг зародился в первой трети прошлого века в США как способ более широкого распространения компаниями своей продукции. Сегодня это система взаимного партнерства, которая предполагает развитие одного бренда и распространение его в других городах и странах мира. Суть франчайзинга проста. Фирма или предприятие заключают совместный договор. Франчайзер, или говоря доступным языком, головная компания, предоставляет новоиспеченному предпринимателю свой бренд, технологии производства, аппаратуру. Все, что определено пунктами совместно составленного документа. Взамен начинающий бизнес Бизнесмен получает права на использование торговой марки, стандартов обслуживания, фирменного дизайна и деловой репутации. Само собой разумеется, за установленную денежную сумму. Сегодня белорусские предприниматели достигли такого высокого уровня, что сами могут не только покупать зарубежные, но и предлагать собственные франшизы. Что касается интереса зарубежных инвесторов к белорусским франшизам, то мы пока отмечаем такой интерес со стороны близлежащих рынков России, Украины, Казахстана. Вот они действительно проявляют активный интерес к белорусским франшизам, у них высокое доверие к товарам, к услугам и вообще к системе организации бизнеса в Беларуси. Pizza Smile – первая белорусская франшиза в ресторанном бизнесе. Сегодня во всей республике работает более десятка фирменных точек, причем уже две в городе Бресте. Разнообразный ассортимент, качественное обслуживание и доступные цены позволяют этой ресторанной сети плодотворно существовать и интенсивно развиваться. Сегодня Pizza Smile готова к сотрудничеству как с белорусскими, так и зарубежными партнерами. Компания ищет единомышленников. Pizza Smile сегодня является единственной и первой ресторанной франшизой Республики Беларусь. У нас собственных 12 заведений, которые успешно продолжают работу на протяжении уже 5 лет. Мы готовы предложить вариант ведение успешного бизнеса всем остальным для того, чтобы расширить свою сеть и в то же время получить хороших партнеров, которые заинтересованы в получении прибыли, ну и, соответственно, в развитии своего собственного бизнеса. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.